тысячелетнему юбилею величайшего ученого Востока Абу Али ибн Сины Авиценны было посвящено торжественное заседание представителей общественности Москвы в колонном зале Дома Союзов. В президиуме кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Пономарев, заместитель председателя Совета Министров СССР, председатель Государственного комитета СССР по науке и технике академик Марчук, заведующий отделами ЦК КПСС Трапезников, Тяжельников, Шаура, президент Академии наук СССР Александров, видные ученые, деятели культуры и искусства. Советские люди, сказал открывший торжественное заседание вице-президент Академии наук СССР академик Федосеев, внимательно изучают и ценят прогрессивное духовное наследие Ибн Сины, философ и медик, математик и астроном, поэт и музыковед. Вот далеко не все проявления его мощного гения. Выступившие на заседании говорили об огромном влиянии ученого-энциклопедиста на развитие мировой науки, прогрессивной общественно-философской мысли, о заслугах Авиценны в области медицины. Генеральный директор ЮНЕСКО МБОУ подчеркнул, что Ибн Сина, благодаря значению его творчества и трудов, принадлежит всему человечеству.